И снова здрасте. И снова мы приехали до Кристины. Будем уборку делать, порядок наводить. Что еще? Рубанить будем. Ага, еще что это? Холодильник будем разбирать. Забрала, да, штучку? Шучу. На самом деле мы приехали за этим, как его, за ковролином. Решили мы ковролин себе постелить. А, вот он, да, Кристина? Здесь нет? Нет. А мы это тоже заберем, наверное. Берите, его может просто вдруг не хватить. А тебе вообще ковролин нужен? Даже вот таким нельзя положить под низ? Да нет, он потом... Она все от этого избавиться никак не может. И всякими фибрами пытается нам его сбагрить. Не нормально, он здесь, он, видишь, под этим... Вот, под навесом. Так его надо будет сейчас там разложить, сложить его аккуратно. А где его можно разложить? Я аккуратно сложила. Ну как, а он не влезет в машину такой? Нет, пополам его. А он не переломает? Да он мягкий, нет. Да нам все равно переломать, да. Переломается. Ну давай сразу тут его, да? Нет, не нам так. А как? Не... Вдоль надо его сперевать. Да зачем вдоль? Там в багажник он влез. Не, не, ты вот так не сломал. Ну вот так вот, правильно, я ж так и хотел. Ну, конечно. Вот и все. Блин, вчера насмотрелся этот видео, блин, про пауков, теперь это. Ага, мы вчера смотрели новости с Ушаном. Он на Кубани, женщина, пауки, паук покусал. Да, сейчас порода пауков начала у нас размножаться, которые это. Да не надо отрезать. Так, пошли. Хватайся. Взял? Да. Все, только аккуратно, Саш, нигде не поцарапайся. Да, да. Пушка, аккуратно. А что за голову? Подожди, а что за пауки? Порода пауков появилась наподобие... ядовитая. Африканские они пауки, они как бы желтые. Наподобие чего? Каких пауков? Они какие-то желтые. Скорпионы наподобие? Нет, желтенькие такие. Такой паук с попкой. Вот, его укус ядовит. Там вплоть до летального исхода возможно. Шана майка если... отцвела уже вся. Сюда? Давай сюда там пройдем. Боком вот так. Так. Подними кастрюлю. Я здесь еще ничего не вытащила. Ну все, положи. Нет, давай сперва. Это да, положи. Это на кастрюле было. Да, это тоже забери вот. Угу. Мы еще ничего не вытащили из багажника. Так. Положи. Стоп, 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 стоп. Без фанатизма. Ой, какой пыльный. Вот так вот, да? Не, чтоб дверь закрылась. Хорошо. О, чуть-чуть. Вот так вот, да. О, все закрылся. А кастрюля туда, да? Обжора наша. В салон. Так, что еще? Закроется? Закроется. Наш Патрик вместится, все. Все. Так, все, все, поехали. Закрывайся, Кристина. Опять ест. Ну, она кушать хочет. Вы же ведь еще не обедали. Нет, а ты обедал? Мы, сейчас... мы поздно завтракали. Мы во сколько? Где-то в часов 10 завтракали. Мы тоже. Поздно завтракаем, у нас поздно обед. Где-то мы пока свое большое хозяйство все поперекормили, да? Попереловили, блин, да. Перезагнали, блин. Ну, давай сейчас заедем в Пятерку. Надо вот колбасу взять, кефир, минералку. Окрошку сделаем. Давай. Саша, ешь окрошку? Да, я все ем. Всеядный. Там мне разницы нет, и на, я на квасе окрошку ем, и на минералке тоже. Для меня печень нормально. Ешь? А? Печень ешь? Я все ем. Да. Молодец. А я печень не ем. А что? Печень надо есть. Да, гемоглобин. Не хватает гемоглобина. Не, ну вообще. Организм не принимает печень. Я стоит и ложку сделать. И... Не любит. Надо даже тест надо. Да. Поехали. Поехали, когда до Кристинки загнали гусей во двор, а теперь обратно выпустили, а в хоздвор пока не запускаем, потому что там сейчас малышни, столько сейчас будем что-то думать. Вот, а у нас сегодня
такой день. Ой, сколько пыли. Для чего мы сейчас будем ковролин стелить? Я думаю, многие уже догадались, для чего. Чтоб трава не росла. Блин, Кристина не могла пропылесосить? Кристина! А можешь закрыть дверь на кухне? Тебя Рушан спрашивает, ты ковролин не могла пропылесосить? Да, видишь, две причины. А маленькие кусочки не стал, да, забирать, Рушан? Надо ровненько положить. А вот, подожди, Рушан. Вот так, вот. Вот. Давай. Блин, а сюда не хватит, Рушан. А вот здесь, сейчас. А, вот эти я забрал, да? А тот кусок надо обрезать, он будет мешать. Да, не надо ничего обрезать, его можно подвернуть. А я сейчас подмету, Рушан. Я смету эту грязь. Я шкуру пособираю. Еще в машине, да? От дома, да. Ну, по крайней мере, я не закрывала. Я не, по-моему, Рушан. Мусор с моего дома, ваш дом. Не надо, отдыхай. Ты устал, давай. Не надо, не надо. Это мужское дело, Саша. А женщина такое упасть? Да. Наслаждаться. Наслаждаться. Сейчас. Не, получается здесь немного качать, да? Ну. Здесь только вот крается. Не надо, нормально. Да, думаешь? Так, давай я чуть-чуть. Не надо, нафиг. Отдыхай. Этот, ко мне скоро внучки приедут, я потом приеду, она потом покупается, хорошо? У тебя же внучки есть? А у меня 10 внуков. Когда ты успел? Ну это все эти, племянницы же внучка. Хорошо? Хорошо, ладно. Как, ну это, как это не ну это вот? Внучатая племянница называется кто-то. Ну, внучки, как это? Внуки, внучки. А ты у любого спроси. Ну, нормально. Саш, давай я чищу до конца. Вот здесь яблоко вкусное нашел. Где? Какое? С этого дерева? Да. Дени. Держи, говорю. Дени. Ой, у нас... Скважина, у нас чистая вода. Малыши кушают, представляете? Смотрите. Ай. Да, все, тянем. Мы, короче, будем воду набирать со скважины. Почему? Потому что у нас есть фильтр. Да, он будет очищаться. Очистим все. Потому что воды очень много уйдет. Получается, бассейн 5 на 5, да, идет? Диаметр 5, глубина 122 или 130. 132. Да нет, больше глубина, Рушан. Ну там заявлено по параметрам, так-то можно воды больше набрать, 1.5 метра. Вот. Ну. Кубов я не знаю, сколько мне там воды будет. Ага. Тяни. Учить. А? Насос еще притянуть. Какой насос? Пай, удлините. Ну давай я включу. А где он? Ой, чуть-чуть сюда, на эту сторону давай поднимем. Ой, он сейчас шевелится, Рушан. Он сейчас повернется на кого-нибудь и все, и хана.
Он живой. Что, чистая вода? А шланг тоже ополосили, шланг грязный, видишь? Ну что, Саша, убегай. Коробку убираем. Давай вот это уберем. Насос убери тоже. А у тебя вилка есть, да? Да. Что теперь ты мужа по два дня потеряла? Теперь он так будет стоять. Давай сделаем. Да уж, он шевелится. Да нет, надо что-то придумать. Можно его положить и на него сверху что-нибудь положить. А потом то, что ты сверху положишь, нырять будет вставать. Да. Ну да, в принципе, чистая вода. Или желтая, Рушан? Нормально. Сейчас вот закрывается. Она потом постепенно очистится, фильтр будет прогонять через тебя. Насеките по времени, сколько вы набираете. Да, из принципа. Время сколько?